Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня достаточно необычное для МГИМО событие, когда другой, но явно дружественный МГИМО и институт, и предельно популярные, наверное, самые серьезные из ежедневных журналов, журнал представляют свой доклад. Доклад, который, как я понимаю, был озвучен вот, собственно, на Ярославском форуме, насколько можно в режиме сессии его представить. Мне, к счастью, посчастливилось быть участником этого мероприятия. А сейчас вы все это услышите в более подробной, более, я думаю, интересной версии, в силу того, что у нас такая камерная аудитория. И я бы хотел представить сейчас наших коллег. Это Валерий Александрович Фадеев, президент Института общественного проектирования и главный редактор журнала «Эксперт». Это его коллеги Татьяна Юрьевна Гурова, да, шеф-редактор медиакомпании, медиахолдинга «Эксперт», и Дан Станиславович Медовников, мой заместитель по «Эксперту» и руководитель инновационного бюро. В силу того, что журнал, да, вот есть такая в последнее время появившаяся традиция, когда с автором, с фамилией автора появляется его фотография, вот я думаю, что эти лица вам знакомы, да, хотя это печатное издание, правда, и с таким очень широким сайтом. У нас на все, как я понимаю, есть час, в который уложится три относительно кратких сообщения, но, наверное, смысл, чтобы наше сегодняшнее мероприятие, оно было интерактивным, чтобы вы задавали вопросы, потому что ответы вам готовы давать, по крайней мере, на те вопросы, которые будут, наверное, не очень сложными, но интересными. Поэтому начнем. Валерий Александрович. Спасибо. Медиахолдинг «Эксперт», чтобы было понятно, это не только журнал «Эксперт», это еще журнал «Русский репортер». Кто слышал о журнале «Русский репортер»? Поднимите, пожалуйста, руки. А кто? И вы читаете журнал «Русский репортер». Большое вам за это спасибо. Я горжусь этим журналом. «Эксперт» все-таки для слишком умных, а сам я наслаждаюсь журналом «Русский репортер». Рейтинговое агентство, несколько журналов региональных «Эксперт», телевизионные каналы «Эксперт ТВ», инновационное бюро и что-то еще, о чем я забыл. Значит, о докладе. Можно, Ян, картинку? Нет, наоборот, картинку, низ показать картинки. Модернизация экономики России, теория практики. Тут, правда, половина картинки. Это нарисовано Сколково. Вот там слева Сколково, обнесенное рвом, мосты здесь, и что-то такое летает, что-то такое чудесное летает над Сколково. Это так наш коллега, художник Константин Ботынков, представил это светлое будущее. Пугают эти мосты, потому что я думаю, что они разводные, как в крепости. И вопрос, можно ли туда проникнуть, в это прекрасное Сколково, которое наверняка будет построено. И это очень важный момент. И, собственно, доклад, который мы сегодня будем обсуждать, он именно об этом. Сколково оно где? Оно вот такое за рвом и разводным мостом? Или же модернизация будет такой, которая затронет всю страну, которая изменит образ жизни людей, которая сделает их богаче, которая даст им больше возможностей? Вот об этом речь. На форуме в Ярославле столкнулись два доклада. Один доклад, как я понял, здесь уже был презентован и обсужден в вашем университете. Это доклад коллег из Нью-Йоркского университета. Они сделали доклад под руководством профессора Рубинштейна. И наш доклад. И кажется, что они об одном и том же. На самом деле они абсолютно о разном. Доклад Рубинштейна предполагает, и особенно отчетливо он это высказал на Ярославском форуме, предполагает скорее анклавную модернизацию. Их позиция такова, что мы отстали в экономическом отношении почти везде, и шансов догнать у нас нет никаких.
Поэтому нам надо концентрироваться на отдельных направлениях, самых передовых, и пытаться вот организовать там прорыв, стать самыми передовыми в мире по некоторым направлениям. И это очень симпатичная картина, стать самыми передовыми в мире по некоторым направлениям. И это называется, принято называть анклавной модернизацией. Она анклавна и в смысле направлений деятельности, и в географическом смысле. Потому что ясно, что эти несколько направлений не удастся размазать по всей стране, а они будут где-то географически существовать, подобно тому, как существует какой-нибудь Бангалор в Индии или еще несколько подобных центров. Проблема только в том, что за забором этого Бангалора ужасающая нищета. Индия – пример, который показывает, как трудно, развивая отдельные очаги, обеспечить достойную жизнь миллиарду человек. Позиция этого доклада противоположна. Она заключается в том, что необходимо развивать производительные силы страны. Производительные силы, которые включают в себя собственную индустрию, которая, конечно, должна быть современной, которая должна модернизироваться. Инновационный сектор, как сектор, обращенный в будущее, как сектор, который дает... ну, что ли, самые передовые возможности, которые вызывают спрос на науку, на высочайший уровень образования. И третий пункт – это локализация, это размещение производительных сил более или менее равномерно по всей территории страны, чтобы в любом месте человек имел, ну, определенный набор возможностей для своего развития. Сейчас, и я выскажу еще одну мысль, и я на этом закончу и предоставлю слово коллегам. Сейчас общество, страна переживает очень драматический период, хотя он почти, его драматизм почти незаметен. Вот он сегодня выскочил, этот драматизм, в форме снятия Лужкова. И это же дискуссия на самом деле о модернизации. Чем плох Лужков? Лужков представитель старой системы, которая сложилась в 90-е годы, старой хозяйственной системы. Может быть, самый яркий представитель, который на самом деле не позволяет проводить модернизацию в стране. Совсем недавно, я вот сейчас еще приведу две цитаты, совсем недавно премьер Путин, может быть, тогда он еще был президентом, это было года три назад, где-то публично выступая, сказал, зачем же мы будем производить дорого то, что мы можем купить за границей дешево. Продление этой мысли приводит к простому соображению. Поскольку мы почти ничего не можем производить дешево, мы не конкурентоспособны почти ни в чем, значит, получается, что мы должны отказаться практически от всей индустрии, концентрироваться на нефти, газе, металлах максимум, а остальное закупать за границей. И мы вели очень серьезную дискуссию в эксперте с коллегами с этой точки зрения, в том числе и с премьер-министром. Когда говорят, что у нас нельзя вести дискуссию, и у нас совсем нет свободы, это не так. Вести содержательную дискуссию у нас можно и нужно, это приветствуется. И совсем недавно, буквально неделю или две назад, выступая в Самаре, премьер Путин сказал совершенно другую фразу. Он сказал, что мы не должны допустить деиндустриализации страны, и мы будем производить широкую номенклатуру товаров, даже если они будут в первое время дороже, чем за границей. За три года произошло радикальное изменение, ну не мировоззрение, а вот ключевого элемента экономической политики, основания экономической политики, по крайней мере, в голове премьер-министра. Он стал понимать, что прокормить 140 миллионов человек, а тем более обеспечить им достойную жизнь, а достойная жизнь включает не только большие пенсии, а возможности, работу, рабочие места, образование, возможность стать ученым и так далее, и так далее. Мы понимаем, что такое достойная современная жизнь. Одной нефти, газа и даже инноваций не хватит. Это очень важный момент. И вокруг этого сейчас идет дискуссия. И эта дискуссия приведет к складыванию новой экономической политики, которая обеспечит новый такой скачок и новую большую волну экономического развития. Если этого не произойдет, то, в общем, и волны не будет. На этом я хочу закончить и предоставить слово Татьяне Гуровой. Она в этом большом докладе сделала свою главу под названием «Нация-предприниматель». Очень позитивная и многообещающая. И очень большая. Я думаю, что
я, пожалуй, вам расскажу про то, что можно назвать методической основой того, как мы пытаемся подходить к теме модернизации. Потому что, когда я, в частности, начала готовить эту часть доклада, постановки задачи ее фактически не существует. И, собственно, я стала думать, а почему, при том, что все хотят модернизации, у нас в России и в ее как бы активной части, думающей части, существуют огромные сомнения относительно того, возможно она или невозможно. И, собственно, пытаясь разрешить проблему, почему же, как я там написала, Россия беременна модернизацией, но никто не знает, состоятся ли роды или будет ли сильным ребенок. Вот откуда эта неуверенность в собственных силах? Несколько месяцев назад мы выпускали большой номер «Всемирная история модернизации», где просто в таком историческом ключе писали о разных модернизационных проектах разных стран. И на основании этого такого блиц-исследования я позволила себе выделить несколько факторов успешных модернизаций. Там мы разделили модернизации на два типа. Органичные модернизации, которые происходили прежде всего в странах европейского типа и в Америке. И насильственные модернизации, которые были характерны для азиатских стран, начиная с XIX века и в XX веке тоже. И вот на основании этого блиц-исследования можно было бы выделить четыре фактора успешных модернизаций. Первый из них – это решительность и готовность элит к проведению модернизации. На самом деле этот фактор присутствует всегда, и то, что мы зачастую, когда вот мы внутри себя обсуждаем, что вот у нас элиты готовы к модернизации, но и сразу думаем, элиты готовы, массы не готовы, наверное, модернизация будет насильственной. На самом деле исторический опыт, похоже, показывает, что модернизация всегда осуществляется при наличии сплоченной элитной группы, которая, собственно, задумывает этот проект, планирует его и так или иначе руководит этим проектом. Потому что модернизация – это, собственно, не стихийные преобразования, это процесс, который стратегически управляется. И то, что наши элиты хотят модернизации, это хорошо, а не плохо. Не надо сразу пугаться и говорить, что модернизация в этом случае обязательно будет насильственной. Но если мы двигаемся дальше, то появляются три других фактора. И очень важно, как мне кажется, понимать, что они, два из этих трех, не экономические, на которых мы часто делаем акцент, а социальные и социокультурные факторы. Второй важный фактор, как мне кажется, это правильное понимание того, что творится в мире. И попытка правильно оценить не только свои возможности, но и свои желания. Нам часто сейчас говорят, что, ну, вчера буквально на одном собрании господин Иноземцев говорил, что, ну, что тут непонятного, мы должны пойти по европейскому пути, не надо придумывать особый путь и так далее. Но что такое пойти по европейскому пути? Это пойти по пути Англии и создавать колониальную империю, или по пути послевоенной Финляндии и так далее. То есть для того, чтобы думать о модернизации, надо думать в параметрах современного устройства мира. И если мы, собственно, пытаемся понять, каковы ключевые тренды мира, и с этим соглашаемся и оказываемся в них вписаны, то, скорее всего, мы будем удачными. Я поясню. Мне кажется, что вот эта дискуссия между таким европейским путем и каким-то другим азиатским путем становится в современном мире все более неактуальной. Как мне кажется, за время последних нескольких десятилетий, там 30-40 десятилетий,
да, 30-40 лет, 4 десятилетий. За счет таких достаточно энергичных процессов глобализации социальные структуры во многих странах очень изменились. Мне пришло это в голову, поскольку люди молодые, можно пользоваться простыми ассоциациями, когда я читала роман «Памук и снег». Ну, речь идет о том, что существует конфликт между некой революционной молодежной группировкой и бюрократическим государственным аппаратом. Но странность этого современного конфликта заключается в том, что молодежная революционная группировка является ультрарелигиозной, при этом одновременно очень европейской по своей сути, и в этом они видят проявление свободы. А бюрократическая государственная группировка является военизированным механизмом насаждения европейской демократии прошлого времени. И это, ну, как мне кажется, очень яркий, ну, сейчас это продолжается в реальной политике Турции, но, как мне кажется, это очень яркое проявление текущего момента. Если раньше демократические преобразования и экономические преобразования осуществлялись в странах, не выходящих из авторитарных режимов, это были естественные длительные исторические преобразования, то сегодня возникает необходимость у очень многих стран с глубоким авторитарным прошлым строить что-то, что позволяет существовать в этой стране свободной личности. И мне кажется, что это очень новое веяние. Оно характерно для Турции, оно характерно для Китая, оно характерно для Индии. И оно характерно для нас. Коротко пытаясь сформулировать эту мысль, я сформулировала ее так, как построение демократического государства в странах с имперским прошлым. Ну, вот я пыталась соединить мысль о демократизации для страны, в которой очень силен государственный бюрократический аппарат и такое авторитарное прошлое. И, на мой взгляд, если мы понимаем то, что сегодня это норма для мира, а не аномалия, то мы тоже как бы для себя становимся нормой. И мы можем ставить перед собой такую задачу, и в этом смысле мы оказываемся современным. А модернизация предполагает, собственно, быть современным. То есть страна хочет быть современной. Да, еще важный момент. Собственно, модернизации всегда осуществляются, как мне кажется, не столько для внутреннего развития, сколько для того, чтобы страна чувствовала себя уверенной в мире. Собственно, элиты ведут таким образом экономическую, там, политическую борьбу, делая свою страну более конкурентоспособной, ну, собственно, в экономической и в политической деятельности. Другой важный момент относительно современных мировых трендов, тоже порожденной глобализацией, это принципиальное изменение доступности технологий, позволяющих создавать быстро производительные силы и обеспечивать экономическое развитие. Ну, здесь все понятно, это тривиально. Глобализация привела к перенесению производительных сил в развивающиеся страны. За счет этого, собственно, были размыты границы перенесения технологий в достаточной степени. И сегодня мы много знаем примеров и страновых, в масштабах целого Китая и в очень локальных в масштабах там, маленьких городов на территории России, когда современный вот этот вот транспарентный технологический уклад позволяет в уникально короткие сроки совершить, ну, фактически быструю экономическую модернизацию, то есть создать предприятие или там экономические условия, ну, на уровне вполне себе среднем таком мировом уровне. И это тоже очень важный момент, который мы должны понимать. Наконец, еще один есть важный, вот, как мне кажется, социо-такой культурный фактор модернизации, который у нас в наименьшей степени обсуждается. Это необходимость вовлечения достаточно широких социальных слоев в модернизационный процесс. Они должны быть
И они должны выигрывать от модернизации, они должны быть вовлечены в модернизацию. А для меня очень ярким, собственно, примером неудачности модернизационного проекта, когда это не произошло, оказался вот японский проект 19-го и начала 20 века. И вот в той, собственно, всемирной истории модернизации прекрасно было описано, как, что происходит, когда элита сама ведет проект, не вовлекая в это достаточно широкие массы. Происходит, собственно, бесконечная конкуренция элиты. Элитная группировка модернизационная должна делать все время уступки немодернизационные, и в результате проект рассыпается. Ну и, соответственно, совмещая вот эти все факторы, мы можем прийти к выводу, что для того, чтобы модернизационный проект у нас был осуществлен и имел шанс на успех, вернее так скажем, мы вполне себе можем сформулировать некую сверхзадачу для нации, которая будет воспринята как достаточно широкими слоями, которые пообещают очень многим слоям какие-то выигрыши, и люди будут вовлечены в этот процесс. Ну вот, собственно, я его сформулировала как создание демократического государства на имперских, в стране имперских масштабов. Ну вот я, собственно, об этом уже рассказала. И если мы с этим соглашаемся, и этот сценарий кажется нам достаточно интересным, нам, я имею в виду, там, представителям и предпринимательства, и среднего класса, интеллектуалам и так далее, то дальше мы можем переходить, собственно, к экономической части модернизации. И европейский же опыт свидетельствует о том, что для осуществления строительства демократического государства в любых по масштабам пространства необходимо создание собственных производительных сил. Создание собственных производительных сил предполагает бурные инвестиционные процессы, бурные процессы развития промышленности на территории России. И здесь нас сегодня, вот в силу того, что как бы концепции, ну вот, экономической, что ли, части модернизации до конца она не простроена, нас, как мне кажется, подстерегает одна принципиальная опасность. Сегодня она становится все более очевидной, хотя, с другой стороны, может быть, ничего страшного в этом нет. Я имею в виду, что сегодня, понимая необходимость быстрых модернизационных процессов в промышленности, правительство открывает очень широко двери западному капиталу. Вот только что в журнале «Эксперт» опубликован новый инвестиционный обзор, там мы делаем межквартальные обзоры, и видно, что доминирующим инвестором сегодня являются западные компании и азиатские компании, внешние компании. С одной стороны, в этом есть некий элемент неизбежности. С другой стороны, их конкурентные преимущества по отношению к любой национальной компании так велики, что это может привести к очень быстрому схлопыванию собственно экономической и предпринимательской деятельности, что не позволит развивать экономику самостоятельно. И в долгосрочном аспекте это, естественно, приведет к сворачиванию экономического развития в России. Поэтому, как мне кажется, очень важным, чтобы вот в рамках этого модернизационного проекта были предприняты вполне сознательные шаги для развития, собственно, национальной экономической системы, в том числе в ее инновационной части. Ну, пожалуй, я на этом закончу. Спасибо. Спасибо. Сейчас Дан Станиславович Медовников, собственно, про национальную инновационную систему, потом дискуссии и вопросы. Спасибо. Хотелось бы начать с того, что теория национальных инновационных систем начала создаваться ровно тогда, когда в России ее практически закончили строить, а в последующее время просто вообще этой темой не занимались. Уничтожали, так сказать, предыдущую инновационную систему советскую. Наиболее, так сказать, концептуальные и четкие определения, теоретические базы стали появляться во второй половине 80-х, начале 90-х годов. Примерно в это же время
очень быстро сориентировались интеллектуалы, научное сообщество, и они стали влиять на власть, и некоторые страны пошли по пути построения инновационных систем, ну, можно сказать, по горячим лекалам. Единственное, что надо отметить, конечно, где-то там, далеко еще до Второй мировой войны, для нас светит такой источник света, как Йозеф Шумпетер, которого мы все в эксперте очень любим, который, собственно, первый и сформулировал критическую роль инноваций в развитии экономии, любой экономики, национальной экономики, компании и так далее. Ну так вот, после начала реформ 90-х советская инновационная система стала резко деградировать, хотя кризис в ней начался еще гораздо раньше, и довольно долго не было никаких сигналов о том, что ситуация будет меняться. Между тем, те страны, которые сейчас принято называть, хотя это не устоявшийся термин, новыми инновационными странами, например, Финляндия, например, Сингапур, например, можно привести зрелую стадию развития Южной Кореи, Малайзии, Бразилии, они, Израиль, конечно, хотя он начал немножко раньше, примерно в это время они начали свои инновационные системы создавать. И, как мы видим, за последние 20-25 лет добились успеха, то есть доля высоких технологий, доля инновационного продукта в ВВП этих стран, в экспорте этих стран чрезвычайно высока, а по сравнению с российской, так просто чудовищно высока. И тренд построения инновационных систем стал, в общем-то, таким мейнстримом. Но Россия всегда любит сначала оказываться впереди всех, а потом в позиции догоняющего. Мы взяли на вооружение несколько устаревшего уже к тому моменту и не самого лучшего, так сказать, образца либеральной экономической теории. И, собственно, система, а теория инновационных систем предполагает, что все-таки это система, ее нужно как-то строить, да, это некое рукотворное образование. Мы этот подход, по крайней мере, наша элита отрицала. Что-то изменилось в последние буквально несколько лет. Вы, наверное, почувствовали, что от слова «инновация» уже тошнит. Их произносят буквально все. Меня, кстати, уже тошнит больше всех. Потому что, оказавшись в позиции догоняющего, посмотрев на новых инновационных соседей, я не говорю про старых, которые, собственно, знаете, есть такая английская поговорка, все люди делают это, да, вот, например, там Соединенные Штаты, некоторые европейские страны, даже Япония, несколько позже Китай, они занимались естественными инновационными отправлениями своего хозяйства всегда и всегда с этим работали из десятилетия в десятилетие. А новые инновационные страны — химически чистый пример, например, Финляндия, да, которая просто взяла и решила политически: все, мы строим инновационную экономику, мы будем делать инновационную систему. Это решили первые лица государства, у них был консенсус законодательной властью, с обществом, с научным сообществом, с бизнес-сообществом. И вот, пожалуйста, по плану, почти не отступая, с некоторыми изменениями, через 25 лет мы получаем страну, которая сейчас считается образцом инновационной экономики. Это признают все. Интересно из этой истории еще другое. Если посмотреть на то, как эти страны шли к своей цели, есть очень много общего. Но не забудем, что термин все-таки остается прежним — национальная инновационная система. Да, первое слово говорит о том, что всегда есть какая-то местная специфика. И действительно она есть, просто потому что страны разные по географии, по предыстории своей, историко-технологической, политической. Они совершенно разные по экономическим позициям, в конце концов, по культуре и менталитету. Все эти пункты нужно учитывать, когда ты собираешься строить инновационную систему в отдельно взятой стране, тем более в такой сложной и разнообразной, как Россия. Я бы хотел остановиться на нескольких, ну, на мой взгляд, очевидных особенностях России с точки зрения, скажем так, инновационного созидателя, который хотел бы к ней подойти и попробовать в ней что-то сделать. А в этой роли, по-моему, сейчас хотят попробовать себя очень многие, от президента до конкретных политических и экономических сил. Поэтому стоит, так сказать, перечислить очевидное и посмотреть, как это было в других странах, что мы, собственно, сделали в докладе. И предложить, ну, если не сценарий, то, по крайней мере, некоторые варианты дальнейшего развития для России, остановившись особенно на отдельных пунктах. Итак,
так, самая главная особенность России, которая отличает ее, например, от совсем уже таких неофитов инновационных, таких как там Бразилия, Малайзия, Сингапур, да и Южная Корея, это то, что мы имеем очень богатую инновационную историю. Ход, который пока далек от точных оценок и до конца не проанализирован. Мы до сих пор не можем объяснить, да, нет такой экономической теории, но кроме, может быть, уже отброшенной за ненадобностью и неуспешностью марксистской, которая бы объяснила, почему советская экономика достигла таких результатов в самых передовых с точки зрения технологий, инноваций областях. Это тема, которую надо обсуждать. И то, что мы получили в наследство от Советского Союза, представляло безусловный интерес. Это были люди, это были школы, это были технологии, в конце концов, это были в отдельных направлениях довольно современные и мощные производства, некоторые из них опережали свое время. Это был большой технологический задел, портфель технологий, да, которым при рачительной работе с ним можно было бы использовать для быстрого продвижения по инновационной траектории. Но этого не случилось, портфель отчасти растащили. Очень хорошо поработали наши геоэкономические конкуренты. Все мы знаем и про утечку мозгов, и про вывоз целых команд с технологиями. Но важнее то, что главный секрет инновационной политики в том, что для инновационного бизнеса, для инновационной компании на старте создаются тепличные условия, потому что инновационный бизнес имеет дело с созданием, продвижением несуществующего товара на несуществующем рынке. Существует такая шутка для инновационных экономистов. И поэтому любая инновационная система должна иметь вот такие защищенные зоны для наиболее активной части экономических субъектов, которые хотят заниматься инновациями. Их всегда меньшинство, и поэтому большинство их всегда затопчет, если им не помогать. Помимо того, что мы имеем богатейшую предысторию, с которой не разобрались, вторая особенность России – это, конечно, природные ресурсы, и очень часто говорят о сырьевом проклятии. И, кстати, те же самые либеральные экономисты и как бы представляют это как такой убийственный аргумент, почему у нас не может развиваться инновационная экономика. На самом деле достаточно посмотреть на Норвегию, в общем-то, недалекая от нас страна, у которой ВВП, добыча, производство, транспортировка сырья, экспорт или продукты его переработки составляют львиную долю. В общем-то, это сырьевая страна, она на сырье вылезла. Просто она свою инновационную систему строила на том, что стала концентрировать инновационную активность своих граждан, да, именно на сырьевом секторе. И поэтому сейчас самые передовые способы разведки, добычи, переработки, это норвежские, да, самые высокие, мощные там, буровые платформы там, для добычи на шельфе и так далее, не будем в детали вдаваться. Так что сырьевое проклятие может обернуться, так сказать, такой сырьевой радостью, только нужно правильно этим воспользоваться. Третье, что бросается в глаза и где действительно очень большой инновационный потенциал заложен и пока не раскрыт, это, конечно, развитие нашей инфраструктуры. При нашей огромной территории, климатических перепадах и прочем-прочем, мы все еще до сих пор ее очень плохо связали. Как транспортом в прямом смысле, да, транспортными артериями, железнодорожными, просто дорогами, воздушными сообщениями, так и транспортом информации, телекоммуникационными и прочими способами связи. В-четвертых, вот эта сложность, богатство, разнообразие, особенности, связанные с сырьем и с предысторией, с тем, что довольно большая часть, а есть уже предыстория и последних 20 лет, которая как бы имеет не совсем инновационный оттенок. В связи с этим нам кажется, что четвертая особенность России – это то, что здесь всегда необходима сильная власть и четкая политическая установка на такие сложные и непринимаемые часто какой-то частью общества вещи, как инновационная
стратегия построения собственной национальной инновационной системы. Ну, здесь, как бы посмотрев на новые инновационные страны, мы видим примерно то же самое. Они сталкивались тоже с проблемами неприятия, и только серьезное сильное политическое решение, вплоть до создания специальных ведомств или специальных центров выработки таких решений, каких-нибудь советов по науке и технике, как в Корее, похожие, подчиненные напрямую первому лицу, это было и в Финляндии, создание именно таких институций и позволяло проводить эту политическую волю, которая помогала вот инноваторам, которые внизу этому почвенному слою реализовывать свой потенциал и обогащать национальную экономику. Ну и еще одна особенность России, ее, так сказать, инновационная особенность – это то, что инновации и так, в общем-то, везде растут в качестве такого первоначально очагового характера. Да? Будущее возникает островками, и, собственно, потому и называется инновационная система или инновационная сеть, потому что у нее есть определенные узлы, которые завязываются, находят взаимосвязи друг с другом, а потом опыт этих связей, создание этих узлов тиражируется уже на большую территорию. И вот в последнее время, ну, слышно по поводу последнего, это Валерий Фадеев уже упоминал, Сколково, да, слышатся возмущенные голоса, особенно из регионов, по поводу того, что ну, какая-то полная, да, деградация вроде бы инновационной политики. Посмотрите, в последние 20 лет попытки завязать инновационные узлы, в том числе на базе советского опыта, уже были. Например, там создавались наукограды с особым статусом на базе центров разработки инноваций еще советских. Потом создавали технопарки, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы. В конце концов, когда там Герман Греф был министром экономической развития и торговли, было создано агентство по особым экономическим зонам, было создано 4 особых экономических зоны технико-внедренческого типа. Их уже было 4. Заметьте, наукоградов десятки, технопарков сейчас немного меньше, 4 АЭЗа, а теперь вдруг все сходится в точку в одно Сколково. И вот как боятся особенно региональные узлы, которые уже сложились сейчас, что оно будет оттягивать инновационный потенциал из регионов. И на самом деле, вместо того, чтобы создавать равномерно работающую систему, мы получим какую-то витрину возле Рублевского шоссе, где будут заправлять иностранцы и будут работать лучшие региональные инновационщики. Забывай только о том, что ведь это же все можно развернуть и в обратную сторону. Да, ведь Сколково может быть таким интерфейсом с высокой властью. Следующим, так сказать, зоной ее взаимодействия со страной будет как раз 4 особые экономические зоны, может быть, технико-внедренческого типа, может, их число можно увеличить. Далее пойдут технопарки, бизнес-инкубаторы, центр трансфера технологий. Можно вспомнить о лучших наукоградах. Сейчас их 14, может быть, там какие-то выкинуть, и каким-то, наоборот, дать статус наукограда. Конечно, их уровень, их поддержки их государством, выделение им, так сказать, привилегий и преференций будет снижаться по мере того, как вы будете двигаться от Сколково к бывшему советскому Наукограду. Но так тоже бывает везде. То есть сама инновационная система, она неравномерна. Да? То есть на нулевом уровне нужно давать минимальные преференции. Да? Поэтому нам нужна особая точка. Ну и вот, чтобы не вдаваться в детали, потому что у меня нет времени, я остановлюсь еще на двух пунктах очень коротко. Для чего еще... Мы сорвем процесс, у нас не будет времени. Мы же хотели по 10 минут. А я уже заканчиваю, да. Очень коротко. После того, как мы построим систему с помощью сильной политической власти, с помощью этих инновационных узлов, нам нужно будет понять, она вообще работает или нет, как мы это поймем. С моей точки зрения, это можно будет сделать только следующим результатом. На выходе через какое-то время мы должны поставить перед собой задачу создать определенное количество национальных инновационных чемпионов, компаний с оборотом от 100 миллионов до миллиарда долларов продаж своего инновационного продукта. Вот эта система и будет призвана это сделать. Спасибо. Дан Станиславович так долго рассказывал о преимуществах Сколково, как будто здесь сидят коллеги из регионов, из Томска, Новосибирска, которые только и ждут, как же задушить Сколково, чтобы деньги снова пошли в их области. Пожалуйста, вопросы и высказывания. Да, пожалуйста.
Вот сегодня очень много говорили об инновациях. Если мы рассматриваем Советский Союз в период, то инновации, естественно, в это время были. Но проблема стояла в том, что они не работали на рынке. Сейчас же проблема стоит в том, что инновации должны работать на рынке. И поэтому существует множество теорий. Множество теорий, прямо количество теорий, но на практике практически ничего не осуществляется. Единственное, что предложили сейчас более-менее платно, это Сколково. Но будет ли это вариант концентрации в одном месте? Поскольку у нас есть печальный опыт уже на протяжении, наверное, 7 лет, когда концентрация Российской академии наук. Крупные компании, госкорпорации отправляют туда свои заказы, инвестируют активно, а на выходе в итоге ничего не получают. Получают просто деньги, ушли в трубу. А те корпорации, которые скупали в свое время 90-е различные НИИ, конструкторские бюро, не имея достаточных ресурсов, чтобы делать свои собственные продукты. Это вы, наверное, последнюю статью в «Эксперте» пересказываете, да? Я просто читал, анализировал как раз. Вот, мне стало интересно, а почему нельзя создать такую систему, которая бы ориентировалась на рынок, но не была сконцентрирована в одном месте? Например, естественно, известно, что нужно крупным корпорациям, но они все равно как-то ограничены в их потребностях. Когда реально инновации требуются не крупным корпорациям, а именно мелким компаниям инновационным, а их голос не слышит никто в размерах национальной экономики. И вот в связи с этим возникает вопрос. Проблема не именно не в финансировании, а именно чтобы их голос был услышан. Что нужно именно этим компаниям? Из-за этого уже это проводить определенные тендеры, не сконцентрированные в одном месте, а всенациональный тендер на производство, например, определенного инновационного продукта, который был бы полезен мелкому и среднему бизнесу. Кто будет заказывать этот тендер? Кто будет тендер проводить? Так в этом-то и суть, что голосов много, но в них все равно есть общая сходная идея. Например, агропромышленный комплекс. Агропромышленный комплекс в СССР, например, был на невероятном подъеме. Но сейчас большинство фермеров, которые новые русские фермеры, они закупают оборудование в основном за границей, хотя готовы их закупать и в России. Но никто не слышит, что им нужно именно российское оборудование. Если бы они объединялись и заказывали определенному научно-исследовательскому институту, что им нужно, разве это не было выходом и путем к инновациям, а не концентрации именно в одном Сколково, где я сомневаюсь, что это будет. Понял. Я боюсь, что мы не сможем за несколько минут ответить на ваш вопрос, потому что то, что вы сейчас изложили в виде вопроса, это вообще некое другое видение устройства хозяйства страны, любой страны. Это очень сложная схема, о которой вы говорите. Дан, ты можешь что-нибудь коротко? Сказать, да. Правильно, да. Нажми кнопочку. Да, ну меня и так если смотрели. В состоянии, да, коротко, как комментировать? Просто вы совершенно правильный пример приводите с сельхозпроизводителями. Совершенно, ну, это как бы совсем уж такая фантазия, что они еще и соберутся вместе и что-то там совокупный спрос предложат. Но, в принципе, так и надо делать. То есть надо выделять отрасль, которая достаточно быстро развивается, изучать ее спрос на инновационные продукты и формировать заказ этой отрасли на соответствующие инновационные продукты. Ну вот мне больше нравится отрасль, которая называется здравоохранение, потому что совершенно очевидно, что в нее будут влиты огромные государственные деньги. Если бы государство чуть-чуть подумала и сформировала свой набор заказов и посмотрела, чего можно произвести в России, то это было бы как раз, вот появился бы такой достаточно масштабный, с гарантированным спросом на длительную перспективу экономический кластер, который бы был достаточно инновационен. Здесь есть одна маленькая проблема вот в том примере, который вы приводите, и мне кажется, она очень важная и принципиальная, это то, что у нас называется инновациями, потому что, скорее всего, ваши фермеры попросят ничего до такого вот из ряда вон выходящего, вполне себе хорошую технику, ну, с минимальным набором каких-то там новых технологических решений. А вот Дан Станиславович скажет, что это не инновация. А инновация – это что-то более суровое. И, ну, то есть более серьезное. И поэтому, ну, это в моем представлении, надо расширить понимание инноваций до просто производства товаров высшего
на сегодняшний день, да, мирового уровня, там, по эффективности, по производительности или еще что-то. Но, в принципе, вы совершенно правы. Можно, да, еще задать вопрос. Возьмем не рынок, например, не агропромышленности, а рынок гражданской авиации. Когда действительно рынок самолетостроения у нас загибается, когда последняя компания, Транссоюз, отказывается от российских самолетов на днях и заявляет, потому что для них это слишком высокая цена. Когда они могут более высокого качества купить за границей за те же деньги. Почему, например, государство не может стимулировать отечественных производителей? Ну, они же делают суперджеты. Они есть их попытка. Делали... Далеко не гражданская авиация. Как не гражданская? Это же гражданский самолет. На нем же не будут на пилонах бомбы подвешены. В смысле, там летают не... Вы имеете в виду, что МиГ за это отвечает? А, вы имеете в виду, что он небольшой, не дальнемагистральный? Ну, хотя бы сделать хотя бы небольшой самолет на 100 мест. Потом есть другая авиация. Я с вами совершенно согласен. Все авиастроение в мире, а это две очень большие компании, Airbus и Boeing, и несколько небольших, оно все так или иначе дотируется властями, дотируется государством. Так или иначе, разными способами. Есть, ну, скажем, пожары были лесные. У нас... 4 самолета-танкера, из них 2 летают, а 2 нет. И на одном из них еще Путин летал. А 2 поломаны. А в Канаде с похожими расстояниями и размерами леса 100 самолетов-танкеров. 100, я в эксперте прочитал. 75 прочих самолетов и 40 вертолетов. То есть парк больше 100 единиц, из них 100 самолетов-танкеров, а у нас 2. Естественно, государство делает заказ на эти самолеты-танкеры. Они производят много этих прекрасных по качеству самолетов. Б-200 они называются, да? Создают, они начинают производить их дешевле и начинают экспортировать. Вот эта логика-то простая и в конце концов становятся выгодными. Так делается всегда, но для того, чтобы... Я же вам сказал тезис премьер-министра Путина 3-летней давности. Зачем мы будем делать дорого то, что можем купить дешево? И это и было главным препятствием проведения новой экономической политики. И только сейчас эти препятствия устраняются. Потребовались 2 десятилетия, чтобы осознать, какой должна быть экономическая политика. И так устроен мир. Могло быть хуже. Еще вопрос. Высказывание. Да, пожалуйста. Во-первых, огромное спасибо за такую интересную презентацию. Крайне важные проблемы для нашей страны. Что я бы хотела спросить? Вы подразделяете 2 пути модернизации. Первый – это не выходя за рамки авторитарных режимов, в котором было множество прецедентов, вполне успешных. Это и Сингапур, и в данный момент Китай. И предлагаете построение демократии современной как альтернативу. А затем говорите о том, что радикальная роль власти в России – это одна из особенностей, которая оказывает огромное влияние на нашу модернизацию. Из-за этого у меня такой вопрос, нет ли здесь противоречия, это первое. И второе, на что нужно делать ставку, с вашей точки зрения, в первую очередь? На модернизацию политической системы, либо сохранение сильных рычагов власти, влияния и использование их для модернизации экономики. Спасибо. У нас кто за политику? Я отвечаю. Да нет, мы все можем высказаться. Сразу относительно последнего вопроса. Относительно силы государства. У нас не сильное государство, а слабое государство. У нас в 90-х годах почти никакого государства не было. Государство, если оно не в состоянии... Сильное государство – это такое государство, которое в состоянии справиться с проектом, как создание национальной инновационной системы. Вот это сильное государство. Израильское, финское, даже малазийское. В общем, некоторые из них более-менее авторитарны, китайское. А некоторые из них вполне демократичные, как финское. И даже израильское, хотя там своя специфика. Так вот, сила государства не в том, что оно может подавлять своих граждан, а в том, что оно в состоянии решать большие задачи и добиваться серьезных больших целей. Так вот, в этом отношении наше государство слабое. Есть, не надо путать
силу и слабость государства с издержками, например, состоянием милиции, правоохранительных органов. Это же проявление не силы государства, а слабость, если у нас милиция сгнила уже вся, да, уже там, ну, представляете, сколько людей неадекватных работают в нашей милиции. Это слабость государства, а не сила. Ну и так далее. Так вот, государство нужно для решения позитивных задач, а не негативных. Теперь в чем противопоставление? Вы говорите, политическая модернизация и экономическая модернизация. Вот о чем говорила Татьяна Игоревна. Она говорила о том, что авторитарные модернизации имеют ограниченный временной ресурс. Авторитарные элитарные модернизации. Вслед за этим что-то должно последовать. Если этого важного не следует, а именно вовлечение в социальную жизнь все более широких слоев, наступает кризис разный. Может быть, война, в которую вступила Япония, проведя не очень успешную модернизацию, ну и так далее. Так вот, в этом отношении, поскольку мы сторонники демократии и не считаем, почему мы должны отказываться от тех демократических завоеваний, которые были сделаны в 90-е годы, и вопрос заключается только в их, ну, в развитии, что ли, государственных и общественных институтов, чтобы они лучше работали. Так вот, мы-то считаем, что чем шире мы будем понимать модернизацию, и чем более серьезные задачи мы будем ставить, тем большие слои населения будут вовлекаться в эти процессы. А значит, система будет, ну, автоматически почти становиться более сложной и более демократизированной. Демократизация как следствие решения каких-то больших задач, в которые вовлекаются широкие слои народа. Я понятно примерно объясняю, да? И неважно, вот в этом отношении, когда говорят, давайте сейчас политическую систему модернизируем, для чего, возникает вопрос, мы ее будем модернизировать? Мы какие задачи хотим решать? Я считаю, что сначала задачи, причем это могут быть, я не знаю, это, наверное, можно представить себе нацию, которая захочет полететь на Марс и все подстроить под решение вот этой гигантской задачи полета на Марс. Это тоже вполне возможно, и вся нация будет работать на полет на Марс. Но у нас более прозаические задачи. Я объяснил или ты хочешь добавить? Да, я просто чуть-чуть добавлю по поводу, ну, вот, собственно, тоже авторитарной органичной модернизации. Был такой историк Гефтер, и в конце, наверное, нет, все-таки, наверное, в начале 90-х годов была беседа Павловского и Гефтера. Павловский был учеником Гефтера. И они спорили по поводу, обсуждали вопрос, возможно ли построение демократической страны в пределах России. Ну, собственно, Гефтер утверждал, что это невозможно. Его историческая логика заключалась в том, что огромная территория, большая протяженность границ требует, соответственно, мощного бюрократического аппарата, который контролирует эту территорию. Однако существует вот естественный процесс, да, вот этой вот самой глобализации, более образованное население, более динамичные, открытые границы, знание многих языков, интернет и все прочее. А сохранение авторитарного режима на этой огромной территории тоже невозможно. Поэтому, как мне кажется, ну вот буквально наш исторический вызов заключается в том, чтобы построить на этой огромной территории демократическое, европейское по типу, по своему смыслу государство. И в этом и суть. Ну, как бы что первично, что вторично, экономика или политика, но это же не важно. Собственно, вот сейчас тоже это начинает обсуждаться. У нас изъято из нашей, ну, как бы общественной жизни, ну, какое-то вот такое вот стержневое целеполагание. Недавно разговаривала случайно с директором там, школы одной, и он говорит, главная проблема в идеологии. Я говорю, что вы имеете в виду? И вдруг он начинает говорить, что у нас не существует понятия служения стране. Вот понятие служения исчезло. И вот вокруг этого стержни, собственно, и будет нанизываться и политические модернизации, и экономические модернизации. А без этого, как я представляю себе, действительно, ну, этот проект будет неудачным. То есть, как вы успели понять, если вы читаете книги, в части экономики мы поклонники
Шумпетера, а в части социологии мы поклонники Дюргейма. И то, о чем вы спрашиваете, очень хорошо написано в книгах Чарльза Тилли. Чарльз Тилли – выдающийся американский социолог. Он умер год или два назад, совсем недавно. И есть даже на русском языке книга, мы издавали ее, «Демократия» – одна книга. И вот очень понятное название. «Борьба и демократия в Европе 1650-2000 годы». 350 лет. Борьба за демократию. Мы – борьба и демократия. Вот как раз Чарльз Тилли пытается рассматривать нелинейную, не одно измерение, а два. Сила государства и демократизация. То, о чем мы сейчас с вами говорили. Еще. Вот я вам обещал. Да-да. Угу. Да. Здравствуйте. Виталий Кондыков, второй курс, факультет МО. Благодарю вас за содержательную лекцию. Собственно говоря, мой вопрос частично был уже озвучен. Это противостояние центра и регионов. Сколково и Новосибирская, Томска, которым, безусловно, обидно, что их лишили такого куска пирога. Вы в начале самого выступления сказали, что модернизация может быть анклавная, может быть общей. А вот создавая Сколково, не идем ли мы по пути анклавной модернизации? И как, собственно говоря, мы собираемся тянуть инновации туда, за Урал? Да куда за Урал, хотя бы в Поволжье, где стоит очень много предприятий, в том числе и высокотехнологичных. Понятен вопрос. Спасибо. Как всегда, в реальной политике одно и то же явление может иметь разные стороны и использоваться разными игроками. Например, те игроки, которые полагают, что России надо навязать анклавную модернизацию, конечно, будут толкать Сколково вот в сторону анклава. Другие, которые полагают, что нужна модернизация широкая, будут использовать Сколково, как это делается сейчас, для пробивания вот этих лжелиберальных барьеров прошлых десятилетий. Например, в России почему-то большинство считает, что налоговые льготы недопустимы. Вот книги прочитали какие-то, я не знаю даже, где это написано. По-моему, даже нигде в книгах не написано. Я не понимаю, откуда это берется, если весь мир, все передовые страны используют для прорыва налоговые льготы, у нас не так. Я вам перескажу мой недавний разговор, а была встреча с главными редакторами Владимира Путина в Сочи. Ну, она не для печати, но она довольно публичная, там человек 20 присутствует. И у меня с ним была дискуссия относительно новой волны экономической. Речь зашла о жилищном строительстве. Я говорю, ну как же так? Вы сами рассказывали, как вам понравилась ситуация в Белгороде, где организован жилищный бум. Премьер мне говорит, да, конечно, но ведь он же, губернатор белгородский, датирует жилищное строительство. Я говорю, Владимир Владимирович, любой бум так или иначе организуется с помощью дотаций. Налоговые, и это льготы, создание искусственных монополий, ну и так далее, и так далее. Об этом говорит вся экономическая история. Нельзя организовать бум, не сконцентрировав ресурсы. И вот, к сожалению, это недопонимание еще есть, ну, что не мешает нам продолжать вести дискуссию с кем угодно, даже с премьер-министром. Поэтому мы должны использовать Сколково не как анклав, который будет оттягивать силы, но мы, как мы, люди доброй воли. Не как анклав, а как инструмент для создания новой экономической политики, которая в конце концов позволит увеличить потоки денег на нужные цели в Томск или в Новосибирск. Последний вопрос. Сколково это катализатор, да? Да, да, именно так, да. Да. Угу. Что мы уже по времени не укладываемся. Да. Добрый день. Дарья Баринова, аспирантура сравнительного. Благодарю за выступление. Сказать спасибо, что вы молодой эксперт, очень рада за себя, что вы уделяете большое внимание науке, образованию, вообще исследованиям и поеду в проект АПОС, который также на нашей кафедре, как в нашей кафедре участвовали. Хотелось бы спросить, наверное, да, вы говорили о богатой инновационной истории, а в рамках инновационного бюро ведется ли какой-то перечень того, что осталось наследство, да, сегодня, какие, разработки, где они происходят, да, сегодня на совещании мы высказали соображение, что надо бы этим заняться, и почему же инновационное бюро этим не занимается, и Дан Станиславович высказал аргументы, почему этого делать не надо. Мне сейчас будет интересно, какие другие аргументы он выскажет.
Нет, я хочу сказать, что спорадически мы этим занимаемся в рамках проектов, которые идут. Например, 10 лет конкурс русских инноваций проводится. Да, это сейчас примерно 3000 проектов по разным регионам России, в том числе, естественно, и по Москве. Они экспертированы, они из разных направлений, от биотехнологий до IT, телекома. Те из них, которые проходят в следующей стадии конкурса, ну, значит, они лучше, да, самые лучшие, их там несколько десятков. Примерно это совпадает с очагами инновационной активности, с географией этой инновационной активности и по другим, так сказать, исследованиям и пристрелкам. Сейчас, конечно, есть просто созданы мощные институты государства, то есть с несопоставимыми ресурсами, которые занимаются тем самым аудитом, о котором вы говорите. То есть, ну, например, корпорация Роснано в своей зоне Росатом, этим занимается РВК, а до этого задолго, все предыдущие годы, этим занимались транснациональные корпорации западные. И институты, может быть, немножко недоделаны, но тем не менее все равно институты с большими возможностями, такие как фонд Бортника, Российский фонд фундаментальных исследований, РГНФ, РФТР и так далее. В чем вы абсолютно правы, никто эту богатейшую и интереснейшую информацию не собирал и не сопоставлял, потому что в стране не было ни единого ведомства, ни какой-то надведомственной структуры, как это обычно происходит при старте построения национальной инновационной системы. И до сих пор она не создана, да, то есть функции распределены между разными министерствами. Пойдете в Минобразину, вам там скажут, там тоже ведется аудит, вам там покажут один кусок инноваций в России. Вы пойдете в МЭР, покажут другой кусок, да, пойдете на то, что там, например, в РВК есть, потому что они с Минобразиной, с мэром, она напрямую им как бы подконтрольны. Пойдете в Минпромторг, там будет третий кусок, тоже по-своему любопытный, связанный, да, с традиционным среднетехнологичным производством, кое-что там нарыто. Тоже, но ни специальных институтов исследовательских, ни специального ведомства не создано. И, конечно, мы в эксперте люди очень такие самоуверенные, даже немножко нагловато, я бы сказал. Но вот сказать, что мы можем провести аудит по всей России проектов, которые остались и представляют, инновационных проектов, которые представляют именно экономический интерес, серьезный экономический интерес на ближайшие годы, конечно, наших сил не хватит. Конечно, мы не можем заменить министерство. Никакие. То, что вы освещаете, и можно представлять через сайт, то есть да, можно, и мы в меру сил делаем, и какой-то каталог будем составлять в ближайшее время. Но заменить государственную машину – это невозможно. Еще очень короткий вопрос, кто здесь руку поднимал, и мы тогда закончим. Да, и совсем коротко, и пойдем. Гаврич Мария, второй курс. Я бы хотела спросить про иностранные инвестиции, вот как привлечь их, учитывая еще недавнюю историю с Heritage Capital. Репутация создалась не очень хорошая для иностранных инвесторов. Как сделать так, чтобы они вновь Я думаю, что откуда вы взяли, что у нас проблемы с иностранными инвестициями? Нет, я честно спрашиваю, откуда вы это взяли? Где вы прочитали? Я читала высказывание Уильяма Браудера о том, как он плохо отзывается о инвестициях. А это что за дядька? Уильям Браудер. Глава фонда инвестиционного капитала. Ну, видимо, денег потерял, поэтому и плохо отзывается. Да. Ну, и он создает вокруг себя тоже людей, которые боятся, так сказать. Я понял, не верьте этим людям. Нет никакой особой проблемы. Есть общие институциональные проблемы. Все медленно, взятки, суды медленно работают, чиновники вымогают. Да, это правда, но... Иностранные компании прекрасно понимают, какой потенциал здесь в России. Мы вот как-то с Татьяной были сколько-то лет назад в Японии, в Тойоте, что ли, и им говорили, а у них не было интереса. Мы говорили, что вы посчитайте, какой будет рынок в России. Очень скоро будет продаваться 3 миллиона автомобилей. Они нам кивали, японцы вежливые, да, но на самом деле вот идиоты, думали они. 3 миллиона автомобилей было продано в 2008 году. И они кинулись, конечно, заводы строить. Сейчас идет торговля с ними за то, чтобы они здесь локализовывали производство. И вот здесь проблема, потому что очень мало чего мы можем качественно производить, да? Здесь, у себя в стране. Нет проблемы с инвестициями. Возьмите Siemens и Philips. Ясно, что российская энергетика вся очень старая, надо всю ее модернизировать.
сделана, скажем, я не знаю, последние мили проводов, она вся скручена электриками. Это все надо сметать. И уже здесь стоят эти две главные электрические компании, они готовы все забрать. Все подряды и все проекты, которые тут будут. Нет этой проблемы в другом, о чем сказала Татьяна Игоревна. Проблема в том, что поскольку нам надо менять ландшафт страны, мы вынуждены будем запустить эти компании, и нам самим ничего не достанется. Понимаете? Дело не в том, что это как вот не ложный патриотизм. Либерализм заключается в том, что я, как гражданин собственной страны, должен иметь возможности. Как мне жить, как я хочу. Работать, кем я хочу. Воспитывать детей, как я хочу. Как я здесь хочу. Понимаете? А когда контроль теряется, например, вы не сможете стать банкиром. Вы сможете стать банковским служащим. А банкиром не сможете, потому что все банки будут иностранные. И я считаю, и мы считаем с коллегами, что это очень важно, чтобы каждый гражданин имел возможность стать банкиром. Не менее важно, чем то, чтобы в банках было хорошее обслуживание и низкие процентные ставки. Здесь такой потребительский аспект и аспект созидательный. Не верьте иностранцам, которые говорят, что здесь что-то плохо. Это они набивают себе цену. Спасибо. Я хочу напомнить только, что если кто-то еще не успел ознакомиться с докладом, его можно скачать, во-первых, на сайте Мирового политического форума или же на сайте МГИМО на страничке, соответствующем анонсом о сегодняшней встрече. Как на русском, так и на английском языках. Спасибо.